А вот для жителей нескольких деревень в Усть-Кутском районе начинается сезон полной автономии. И продлится он как минимум 2 месяца до открытия навигации по реке. Зимой эти населенные пункты с райцентром связывает ледовая дорога. Накануне местные власти приняли решение о ее закрытии. 160-километровая трасса проложена прямо по льду реки Лены. И для жителей 4 деревень зимой это единственный путь на большую землю. Этим же маршрутом в населенные пункты доставляются почта, продукты питания, топливо и медикаменты. Летом сообщения только по воде. Функционирует дорога уже более 100 лет. Так что автономия на несколько месяцев в году во время половодья или достава – дело привычное. Заранее делаются необходимые запасы. Из Усть-Кута заводится все необходимое. Однако в этом году трасса закрылась раньше привычного срока. Причина – не сибирская погода. Ледовая дорога Трука в Орлинге у нас закрывается в связи с устойчивым повышением температур наружного воздуха. Ну и хотя в целом толщина льда сохраняется на, в принципе, достаточно неплохом уровне, однако его структура меняется, и ни администрация района, ни эксплуатирующая организация, которая занимается содержанием, не могут гарантировать сохранность полотна и безопасность проезда.